Правительственные войска Афганистана нанесли авиаудар по позициям талибов в провинции Пактия. В результате погибли по меньшей мере 4 радикала, в том числе полевой командир группировки. По словам военных, его смерть может стать серьезным ударом для боевиков, действующих на востоке страны. Также накануне беспилотники НАТО ликвидировали 15 боевиков ТИГИЛ в провинции Нангархар. Отмечу, ситуация в Афганистане значительно осложнилась. До 40% территории страны контролируют талибы. Кроме того, растет и влияние ТИГИЛ